Криптовалютное сообщество стремится вовлечь обывателей в биткоин и блокчейн-технологии. Как сообщает CoinIdle, в стране будет проведено множество встреч, самой популярной и крупной из которых будет конференция в Кракове. На ней будет представлен широкий спектр тем для обсуждения, так как основатели стремятся привлечь как можно больше людей из различных сфер деятельности. Польское криптосообщество по-прежнему невелико, но оно активно развивается благодаря серьезной поддержке со стороны правительства страны.